сериалов и фильмов про вампиров много, но российские кинематографисты не часто уделяют внимание этому жанру. Можно сказать, что «Вампиры средней полосы» – первый отечественный сериал про настоящих вампиров, живущих среди нас. Его показ начался на платформе «Старт» в марте 2021 года. Сериал очень понравился зрителям, и они интересуются, будет ли продолжение полюбившейся картины. О втором сезоне впервые заговорили на презентации первых серий. На вопрос журналистов о продолжении представители онлайн-сервиса, на котором идет сериал, ответили, что сначала хотели бы дождаться рейтингов, хотя тогда уже было понятно, что работа над новыми эпизодами идет, так что ожидать второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» можно уже весной 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.